Вообще говоря, малые страны не могут иметь ни полного политического, ни полного экономического суверенитета. Это исключено. Они должны быть кем-то, они должны быть чьими-то союзниками. Значит, логика нынешнего армянского руководства мне непонятна. Кого они хотят в качестве союзников? Турцию, что ли? Вариантов у них два. Либо Турция, либо Россия с Ираном. Ну, потому что экономические союзники должны, с ними должны быть общие границы. С Россией, правда, общих границ нет, но зато есть с Ираном. А у Ирана с Россией через Каспий. Вот. Поэтому объяснить логику поведения нынешнего руководства я не могу. Понятно, что невозможно выстраивать политические отношения с одной страной, а, соответственно, экономические с другой. И особенно, если они находятся в сложных отношениях. По этой причине я могу сказать исключительно одно, что современное руководство Армении никакой стратегии не имеет, а занимается сиюминутным пошатанием как бы в логике ухудшения отношений с Россией. Беда состоит в том, что руководство Армении, оно не понимает, что сказавши А, нужно говорить Б, а потом В, а потом Г. А если вы скажете Г, ну это катастрофа. А они вместо этого говорят, а вот мы говорим А, но при этом мы Б говорить не хотим. То, что хотят они или не хотят, это никакой роли не играет. Я не вижу сегодня, кто, какая политическая сила в Армении может взять на себя ответственность за ситуацию. Я просто не вижу такой силы. Потому что оппозиция там – это старый карабахский клан, который лишили, собственно, Карабаха. Я не исключаю, что это как раз было одним из причин, по которой Пашинян пошел на сдачу Карабаха. Вот. Ему же много раз предлагали договариваться. И, соответственно, результат мы видим –